Добрый день, я в Пабликсе. Дэниел заказал мне вот potato салат. Здесь очень хорошо делают. Картошка, майонез, яйцо, салари, пикл, релиш. Ну, немножко соленых огурцов. И зелени, видите, такой картофельный салат. Две упаковки купила. Сколько стоит? Сколько же стоит? Что-то я цену не посмотрела даже. Я сегодня в белом костюме. Данилка, пусть ест персики, а я, ой, картошку, а я любимые персики. Я прям не могу. Они сейчас такие вкусные. Я думаю, не на 2 дня. Потом еще придется. Так, ну что, салатик надо взять. Я готова. Упаковочку вот возьму. $6. Так, любимую редиску. Редиска $1.69 одна штука. Упаковочка. Дороговато. Обязательно забуду что-нибудь. Постараюсь не забывать. Так, яблоки мне не надо, я ем персики. Черешню обязательно возьму, тоже она сейчас вкусная. $3 за паунд. Ну, здесь, наверное, 2 паунда. Я не взвешиваю, $6. Я хотела еще купить. Так, картошку Дэниелу. Вот надо со списком точно ходить. А какие это Данилки? Ну-ка.
у меня есть говяжий, вот возьму опять индюшкин. Данилке понравились, потому что очень мягкие, и яблочко зеленое, вкус такой придало. Ему, кстати, очень понравились котлеты. У меня еще в морозилочке там есть говядина, перемешаю. Нет, хочется мороженого, конечно, но не буду покупать, потому что если купишь, обязательно будешь кушать мороженое. А оно не нужно. Это же лишние калории. Вино тоже хватит по выходным. И то не надо уже пить. Нет, стаканчик иногда можно для расслабления, но для очистки организма, для отдыха. Так. Надо мне взять. А, молока. И как всегда кефира. Что-то такое ощущение, что я что-то забыла. Все купила. Не планировала я сегодня ничего такого покупать. Йогурт еще есть. Йогурт не нужен. Пока. Так. Хотя, не знаю, еще что ли упаковочку взять. Йогурт. Вот хороший, что-то прям не нравится. И он low fat, не жирный. Баночки такие, не совсем малюсенькие, как детские. Конечно, надо разные пробовать. Я как-то вот зациклюсь на одном и том же. Сейчас вот возьму другое по-моему, все. Грик, кормилок. Со всякими добавками. Что я ограничиваю себя. Можно много что взять, но если возьмешь, обязательно будешь кушать. Поэтому бегом-бегом. Бежим, бегом-бегом, пробегаем мимо всех полочек. Рассчитываться. Ищем, где свободно. На днях надо мне сходить, конечно, вот это Walmart. 10. 1, 2, 3, 4, 5. У меня больше, чем 10.
Вот здесь очереди нет, но только 10 items. 10 предметов. 4, 5, 6, 7. Вот сюда. Все, давайте, пока.